Привет, друзья! Сегодня, 16 февраля, завершились две гонки командного спринта по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России завоевала сразу две бронзовые награды. Среди мужчин бронзовые медали завоевали российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев. Спортсмены показали третий результат в финале. Золотые медали завоевали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебе. Вторыми стали финны Ива Нисканен и Ини Мяки. Среди женщин – бронза у Юлии Ступак и Натальи Непряевой. Победу одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенник и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Инна Сундлинг. Поделитесь своим мнением о результатах сборной в комментариях. Спасибо за просмотр!